Порядка 100 миллионов рублей направлено в этом году из краевого бюджета на улучшение жилищных условий многодетных семей Камчатки. Об этом сообщили в Краевом министерстве ЖКХ и энергетики. Социальные выплаты уже получили 111 многодетных камчатских семей. На эти цели из краевого бюджета за последние 4 года было выделено порядка 350 миллионов рублей. В этом году сертификаты на приобретение жилья получила 21 многодетная семья. А в прошлом заветные квадраты получили 50 многодетных семей, из которых 19 с детьми-инвалидами. Кроме того, 92 государственных жилищных сертификата выдано на переселение граждан из районов Крайнего Севера за счет федерального бюджета. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.